Эрлянь – один из наиболее динамично развивающихся городов автономного региона внутренней Монголии. Побратим Улан-Удэ занимает одно из первых мест в стране по темпам экономического развития. Гости из Поднебесной предложили сотрудничество в глубокой переработке древесины, создании крупных тепличных комплексов, продаже минеральной воды озера Байкал, а также в области образования и культуры. На встрече рассматривался и вопрос развития туристического маршрута «Великий чайный путь», но для этого необходимо открытие авиарейса Эрлянь-Улан-Удэ. Между двумя городами прямое расстояние где-то 1000 километров. Но сейчас это жаль, что это нет уже прямого рейса. А на поезде добираться до вашего города очень трудно. Александр Галков отметил, что все предложения будут тщательно проработаны. Для укрепления братских связей и раскрытия потенциала городов предложено проведение Дней экономики и культуры. Например, куда приезжают предприниматели и учреждения культуры, театры. И мы в течение 2-3 дней проводим такие своеобразные фестивали знакомства между городами, между жителями. Это очень здорово ускоряет экономические отношения. И люди понимают, когда выступают коллективы культуры, население лучше понимает друг друга. Это более сплачивает города, более сплачивает народы. Для более подробного обсуждения сотрудничества китайская сторона встретится с предпринимателями, ректорами вузов и творческими коллективами. Сергей Соголов, Илья Зиновьев. Новости дня.